Тетя. Дядя, еда остывает. Дядя, вам принести выпить? Можешь идти пока. А я позвонил начальнику бюро. Он сказал, что у полиции есть неопровержимые доказательства, и они уже отправили их в прокуратуру. Ты уверен? Конечно, уверен. Как можно быть неуверенным, когда речь идет о таком важном? Если бы у полиции не было доказательств, они бы... Как они могли отправить их в прокуратуру? Полиция, должно быть, подчеркнула, что дело произошло так быстро. Скоро в прокуратуру передадут. Проблема в том, что он не сделал ничего плохого. Но... Если это он убил того студента колледжа... Мама! 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 Папа, сегодня же Новый год, что ты делаешь? Ты счастлив теперь, когда мама волнуется? Ты стареешь? Ты правда думаешь, что мой брат кого-то убил? Что ты собираешься делать дальше? Что ты имеешь в виду? Теперь вся страна знает об убийстве. Ты и кафе «Текущие мысли» сейчас знамениты. Ты все еще хочешь остаться в Лиюане? Мама, Яньцзинь не убийца. Яньцзинь уже арестован полицией. Или ты хочешь сказать, что Джао Тинхуэй ошибся? Он взял не того. Тогда почему он не задержал тебя или нас? Мама... Яньцзинь просто подозреваемый, он никого не убивал. В конце концов, суд оправдает его. Поверь мне, этот Ян... Что он подсыпал тебе? Не говоря уже о том, что раньше ты была одержима им. Но теперь, когда у него такие неприятности, вся наша семья перевернулась. Ты все еще врешь себе? Ты думаешь, что как только он выйдет, ты останешься с ним? Вот что я тебе скажу. Яньцзинь никогда не выйдет! Проснись! Сегодня канун Нового года. Давайте поговорим спокойно. Ты умеешь говорить только хорошее. Она такая из-за тебя. Посмотри на нее. Почему бы тебе не замолчать? Сяоу, обидели. Почему бы тебе не позволить ей провести Новый год тихо? Тебе обязательно ее отталкивать? Дядя, тетя, мы слышали голос Сяоу. Простите, что беспокоим вас. Хотим взять у нее интервью. Всего несколько вопросов. 5 минут. Это Новый год. Почему вы стучите в дверь? Думаешь, нас легко запугать? Посплетничать хотите? Подходите. Привет. Я твой адвокат, Янь Шэнь. Это доверенность от твоей семьи. Мама в порядке? В порядке. А с папой что? Ты хорошо его знаешь. Не нужно спрашивать. Как у тебя дела там? Довольно неплохо. Смотри. Набрал вес. Thank you.
Расследование уже закончено? Пока это считается законченным, после подачи апелляции начнется процесс. То есть ты хочешь сказать, у полиции достаточно улик, чтобы считать меня убийцей? Да. На этот раз у них все идет быстро. Это дело самое быстрое полицейское расследование, которое я проводила. Похоже, они спешат закрыть это дело. Я мало что знаю о законе, но поскольку прокуратура утвердила ордер на арест, это значит, что полиция предоставила неопровержимые доказательства. Просто не понимаю. Помимо того факта, что жертва пришла ко мне домой, да, у нас была физическая стычка. Но есть еще улики, которые доказывают, что это я убил его. Это из-за уборщика, который ходил, как я. Очевидно, меня кто-то подставляет. Яньцзинь, теперь я твой адвокат. Наши интересы связаны. Ты должен быть честен со мной, что бы я ни спросила. Хорошо. Ты принимаешь преступление, которому причастен? Нет. Я никого не убивал. Хорошо. Расскажи мне, что случилось той ночью, в деталях. Не упускай никаких подробностей. Почему бы нам не подождать, прежде чем снова открыться? Нам нужно подождать, пока дело Яньцзиня не будет раскрыто. Я не сделала ничего плохого. Люди подумают, что я что-то скрываю. А если эти люди снова появятся? Позвоню в полицию. Это все, что я помню. Я видела в материалах расследования, что ты упомянул кого-то по имени Лю Вэй. Один из начальников наркокартеля Сяо Мэйрен. Крутой парень. Думаю, он убил Джан Ю. Я обсудил ситуацию с Жао Тинхуэй. Я не знаю, нашли ли они его. Без твоего признания во всех доказательствах отсутствует важное звено. Следствию хорошо известно, что даже если они отправят дело в прокуратуру, оно его вернет, и будет новое судебное разбирательство. Поэтому полиция не закрыла полностью цепочку доказательств и спешит закрыть расследование дела. Если их дело вернется из прокуратуры, во время этого туда-сюда они могут продолжать добавлять улики. Думаю, полиции нет выбора. Так что тебе нужно быть готовым к тому, что тебя снова будут допрашивать. Необходимо тщательно сравнить документы из офиса с документами окружного прокурора. Помни, ты имеешь право исправлять следственные документы. Понимаю. Самое сложное в твоем случае – это то, что нет возможности доказать, что жертва оставила твой дом живой. Это единственное, что я не могу объяснить. 0382, время истекло. Возвращайся в камеру. Я понимаю ситуацию в целом. Сегодня мы закончим. Брат, позаботься о своем здоровье. Скажи честно, что ты должен сказать. О том, что ты не должен говорить, не говори, независимо от того, как сильно на тебя давят. Хорошо. Как будешь дома, скажи маме и папе, что я в порядке. И эта девушка. Сейчас она, наверное, очень страдает. Можешь проверить? Скажи ей, что я вернусь. Пожалуйста. Адвокат Ян, мисс Джи здесь. Мисс Джи, прошу. Мы снова встретились. Ты смелее, чем я думала. Не думала, что ты придешь. Ты, должно быть, попросила меня прийти, потому что хочешь знать, что случилось. Я тоже хочу узнать больше о Яньцзине. Потому пришла. Присаживайся и выпей кофе. Я
Я наконец-то поняла, почему мой брат влюбился в тебя. Ты отличаешься от других девушек. Те другие девушки. Я имею в виду, что ты храбрая и откровенная. В таком мире тяжело выжить. Уверена, ты позвала меня сюда не для того, чтобы поговорить обо мне. Я хочу знать, как дела у Яньцзиня. Ты будешь его адвокатом? Яньцзинь уже официально арестован как подозреваемый. Как его сестра, конечно, я должна защитить его. Я только что вернулась из центра заключения. Он в порядке? Полагаю, ты в курсе, что мой брат когда-то был членом команды спецназа. Для того, кто прошел через жизнь и смерть, как он, когда ты знаешь, что ты должен сидеть спокойно и принять то, что происходит, оптимизм начинает брать верх. Так что не волнуйся, он хорошо ест и спит, он просто скучает по тебе. Мое сердце и инстинкты говорят мне, что Яньцзинь никак не мог убить Джан Ю. Но я не понимаю, почему Джао Тинхуэй арестовал его. Какая правда за всем этим? Правда, самая роскошная вещь на свете. Спасибо, что веришь ему. Однако одного нашего доверия недостаточно. Думаешь, полиция и судья поверят? А как насчет других людей? Сплетни распространяются. Сейчас это дело используется многими недобросовестными СМИ и прессой. Чтобы привлечь внимание, они стоят на вершине моральной шкалы, чтобы вывести дело из строя. Есть даже люди, которые говорят, что мой отец пытался вмешаться в официальный протокол из-за дела моего брата. Дисциплинарный совет по надзору начал расследование. Мне жаль. Ты и твоя семья оказались в центре этого. Повлияет ли давление СМИ на дело? Конечно. Это серьезно повлияет на публичный имидж Яньцзиня. Каждый может подумать, что такие люди, как мы, имеют определенные преимущества с момента нашего рождения, но они не понимают. В любой системе силы человека всегда будет слабой. На каком бы уровне вы ни родились, как только наступает шторм, никто не будет в безопасности. Исходя из твоего опыта, возможно ли выиграть дело? Придется постараться. Могу я чем-то помочь? Я пригласила тебя сюда, чтобы сделать самонадеянную просьбу. Можешь ли ты пойти в дом Джан Ю и попросить Джан Хайлун перестать сидеть перед 1/3 ресторана и перестать быть безумным оружием для этих бессердечных СМИ? Это невыгодно ни твоей, ни моей семье, ни семье Джан Ю, ни этому делу. Я поняла. Я попробую. Спасибо, Сяоу. Тетя Мэй Цинь? Тетя, почему ты не заперла дверь? Это опасно. Послушай, это было в мавзолее Цянлин. Сяо Ю тогда было всего 10. Тетя, ты должна быть сильной. Сяо Ю не хотел бы видеть тебя такой. Почему ты здесь? Убить Сяо Ю было недостаточно. Я не хочу больше тебя видеть. Уходи. Тетя, все, что написано в интернете, слухи. Яньцзинь не убивал Сяо Ю. Этот подонок уже арестован, а ты все еще пытаешься защитить его. Когда Сяо Ю был жив, он относился к тебе как к старшей сестре. Почему ты так с ним обращаешься? Тетя, ты забыла, что Яньцзинь помогал вам.
Он относился к Сяо Ю как к младшему брату, как и я. Ты его неправильно поняла. Уходи, уходи! Вон! Проблемная женщина, что ты делаешь в моем доме? Слушание по делу Джан Ю еще не созвано, и мы не выяснили, что на самом деле произошло. Не могли бы вы перестать ходить в ресторан? Только потому, что ты меня попросила? Тебя сюда кто-то из семьи Ян прислал? Хочешь, чтобы я остановился? Попроси у семьи 200 тысяч, и я остановлюсь тогда. Ты... Что? Ты... Что ты сказал? Как ты можешь принять смерть нашего сына за деньги? Замолчи. Мой сын уже умер. Ян Цзинь должен заплатить жизнью. Что плохого в том, чтобы просить денег? Ты... Ты бесстыжий. Нет, ты. Ты не заслуживаешь быть отцом. А ты заслуживаешь этого? Ты только и делаешь, что сидишь в инвалидном кресле. Ты знаешь только, как тратить деньги. Что плохого в том, чтобы просить деньги у семьи преступника? Это простая справедливость. Я побью тебя! Я побью тебя! Ударь меня! Ударь меня! Давай, бей! На что уставилась? Бесстыжий! Сестра, ты уже час не отдыхала. Твое тело не выдержит, если продолжишь так. Мы проверили все камеры. Мы проверили их 3 раза, но нет видеозаписи, как Джан Ю покидает район. Адвокат Ян, мы проверили все улики, которые есть у полиции. Хоть все и не идеально, у них есть мотив, свидетель и улики. Всего этого достаточно, чтобы признать его виновным в деле. Должно быть что-то. Должна быть какая-то деталь, которую мы упускаем. Продолжайте искать. Но мы уже посмотрели все, что могли. Мы изучили каждую деталь этого дела. Мы ничего не пропустили. Что-нибудь слышно о Лю Вэя? 2 часа назад я связался с отделом по борьбе с наркотиками и отделом уголовных расследований. Пока ничего. Адвокат Ян. Вам это не понравится, но при нынешнем положении вещей невозможно доказать его невиновность. Вы все так подавлены. Что будет чудо, если мы выиграем дело? Я говорила вам, что в день, когда вы выходите на поле, каждое дело — лабиринт. Пока вы не сдадитесь, вы сможете найти выход. Мы не можем дать ему денег, иначе мы признаемся, что Ян Цзинь убил его. Если Джан Хайлун пойдет и расскажет прессе, мы не сможем объяснить. Надо поторопиться и придумать другой план. Похоже, у меня нет выбора, кроме как рассказать прессе, что Джан Хайлун наркоман, а Джан Ю наркоторговец. Это единственный способ подавить гнев публики и изменить свое впечатление о Ян Цзине. Джан Хайлун наркоман? Ты не знала? Я слышала это от Чен Руймина. Джан Хайлуна несколько раз арестовывали за употребление наркотиков. Как может быть такой отец? Если он будет продолжать создавать проблемы. Все, что я могу сделать, это раскрыть правду прессе. Нет. Если мы скажем правду, тетя Мэйсин узнает, что Джан Ю торговал наркотиками. Она не выдержит. Кроме того, он уже мертв. Я бы хотела оставить ему гордости. Я не хочу, чтобы люди так говорили о нем даже после смерти. Джи Сяо, на чьей ты стороне? Кого обидел мой брат, что он вдруг стал убийцей? Мой отец всю жизнь был осторожен, надеясь остаться невредимым. А сейчас? Теперь, когда он старый, он потерял свою репутацию. Моя мать с детства была небрежной и невинной. Но теперь, когда она старая, она должна вкушать весь мир. В эти дни у нее высокое давление. Я прошу тебя проявить уважение и к нашей семье. Прости. Я понимаю.
Но Сяо Юй так жестоко умер. Я это не вынесу. Как насчет того, чтобы попробовать еще раз? Если не сработает, мы сделаем это. Закрыто, уходите. Мы хотим есть. Хозяин ресторана – убийца. Хотите съесть его еду? Не боитесь, что он вас убьет? Выпей воды. У тебя пива нет? Я воду не люблю. Вот. Джан Хайлун. Наверное, хватит уже. Цели ты достиг. Просто признай это. Хочешь, чтобы я просто взял и ушел? Спроси обо мне у семьи Ян. Виновность Яна нужно доказать. Зачем ты это делаешь? Почему? Почему? Потому что он моего сына убил. Это око за око. Ты еще не закончил? Я вызову полицию. Звони им. Даже когда они приедут, я не боюсь. Звоните же. Подождите. Сяо? Почему ты здесь? Богиня денег здесь. Брат Фэн, можешь помочь мне найти место, где я смогу поговорить с ним? Эта VIP-комната намного роскошнее, чем нижний этаж. Сколько денег у семьи Ян? Деньги принесла? Что вы собираетесь делать с деньгами? Что за вопрос? Вы заткнете меня. Разве не этого хочет семья Ян? Заткнусь, как деньги получу. Вы пытаетесь обмануть, пока у вас есть шанс. Собираетесь купить наркотики? Наркотики? Какие наркотики? Что вы говорите? Какие наркотики? Что это? Это? Какое это имеет к тебе отношение? Это не твое дело. Наркотики – это ваше личное дело. Я не могу это контролировать. Пытаешься меня запугать? Доказательства у тебя есть? Я следила за вами вчера вечером. Я видела, как вы обменились наркоторговцем. Уже сообщила об этом офицеру по борьбе с наркотиками. Не думаю, что ваш наркодилер будет достаточно лоялен, чтобы лгать о своем преступлении. Неудивительно, что сын умер из-за тебя. Ты и правда жестокая женщина. Джи Сяо, я не боюсь твоего трюка. И что, если я принимаю наркотики? Что с того? Я был в тюрьме много раз. Я не боюсь туда возвращаться. Вы знали, что Джан Юй был наркоторговцем? Джан Юй торговал наркотиками? Ты, наверное, шутишь. Знаменитый наркоторговец Кей-Кей – это Джан Юй. Чепуха! Будешь продолжать нести чушь, я не буду сдерживаться. Хотела бы я, чтобы это была чушь.
Отдел по борьбе с наркотиками давно знает, что Джан Ю был наркодилером. Вы можете попросить их заместителя начальника Чена подтвердить это. Если бы не такой отец-наркоман, как вы, он бы не знал, насколько дорогими были лекарства. Он бы не стал торговать наркотиками. Вы должны знать, что все проявляют к вам сочувствие, потому что они думают, что Джан Ю был хорошим учеником. Если бы они узнали, что Джан Ю торговец наркотиками, что его отец наркоман, что причиной его протестов было мошенничество с деньгами семьи Ян, чтобы купить наркотики вместо сына. Как вы думаете, вашим словам кто-нибудь поверит? Дядя Джан, послушайте меня. Вы должны остановиться, пока можете. Если вы продолжите это делать, семья Ян не собирается просто так сидеть. Когда ситуация обострится и появится больше информации, репутация Сяо Ю будет разрушена. Вы действительно хотите, чтобы это произошло? Я пришла не для того, чтобы убедить вас. Я просто хочу, чтобы Сяо Ю покоился с миром. Его жизнь была достаточно тяжелой. Даже если он делал ошибки, я хочу, чтобы он ушел с хорошим имиджем. Я не хочу, чтобы сердце тети Мэйцин снова было разбито. Вы должны знать, что лучше. Хватит принимать наркотики. Прежде чем приговор будет вынесен, хватит связываться с Ян Цзинь. Сяо, ты потрясающая. Как ты убедила Джан Хайлуна? Я услышала от Чен Руймина, что он наркоман, и дала ему совет. В следующий раз будь осторожна. Дай знать, если это повторится. Не хочу, чтобы ты подвергала себя опасности. Хорошо. Брат Фэн, когда ты начал работать в 1/3? Уже полгода. В то время ты плохо общалась с Ян Цзинь. Поэтому я тебе не сказал. Попросил Сяо Фэн скрыть это от тебя. Не злись. Как я могу? Ты делаешь все это для Лиле. Ян Цзинь предложил тебе хорошую зарплату? Да. 5-6 тысяч юаней, больше, чем я зарабатывал. Если честно, я ему очень благодарен. Ты слышала что-нибудь о Ян Цзинь? Ян Шэнь посетила его в центре заключения. Он в порядке. Ян Шэнь сказала, получится ли у нас выиграть дело. Не знаю. Похоже, это очень трудный случай. Мы здесь со скорбящими сердцами, когда собираемся здесь, отправив в последний раз нашего одноклассника Джан Ю. Пусть на небесах не будет боли. Джан Ю, покойся с миром. Итак, давайте трижды поклонимся Джан Ю, чтобы выразить соболезнования. Первый поклон. Второй поклон. Третий поклон.
Сожалею. Сожалею о вашей потере. Мы найдем правду. Спасибо нашей стране и нашему правительству и полиции. Джи Сяоу, мисс Джи. Репортеры здесь. Госпожа Джи, ответьте на несколько вопросов. Простите, простите. Вы действительно состояли в любовном треугольнике? Мы на похоронах Джан Ю. Простите, простите. Мы здесь, чтобы отдать дань уважения. Поговорим об этом позже, ладно? Сяою, я пришла. Я до сих пор не разучила эту песню, я готов. Научи меня в следующей жизни, хорошо? Сестра. Самый счастливый момент для меня — это быть твоим младшим братом. Не волнуйся. Я буду братом, которым можно гордиться. Госпожа Джи! Госпожа Джи, вы пришли сюда сегодня из-за предательства и вины? Госпожа Джи, Ян Цзинь убил Джан Ю из-за вас? Это был любовный треугольник? Скажите что-нибудь, госпожа Джи. Госпожа Джи, ответьте на наши скажите вопросы. Что-нибудь. Скажите что-нибудь. Ответьте на вопросы. СМИ. Сегодня я приехала сюда на похороны младшего брата. Если вы действительно хотите знать о моих чувствах, я проясню несколько моментов. Во-первых, Ян Цзинь не убивал Джан Ю. Есть еще один убийца. Пожалуйста, дайте полиции больше времени. Во-вторых, у меня, Джан Ю, Ян Цзинь не было таких грязных отношений, как написано в интернете. Кто-то это выдумал. В-третьих, я прошу всех проявить уважение к семье жертвы и к людям, связанных с этим делом. Не нарушайте их жизнь. В конце концов, правда откроется всем. Также, пожалуйста, дайте Джан Ю немного покоя. Спасибо. Пожалуйста, уступите дорогу. Прошу прощения, расступитесь. Спасибо за то, что сказала это в тот момент. Я делала то, что должна. Считаю, в этом мире больше хороших людей. Некоторые люди будут держать глаза открытыми. Ты думаешь, я глупая девочка?
Давай. Я надеюсь, что Ян Цзинь сможет вернуться. Определенно сможет. Я работаю в этой области уже почти 10 лет, сталкивалась со многими делами и в конце концов выигрывала. В этот раз я тоже выиграю. Посмотри на это. 6 лет назад Ян Цзинь был обвинен в убийстве человека. Этот случай был давным-давно. Почему он появился именно сейчас? Ян Шэнь, что происходит? Ян Шэнь, что произошло 6 лет назад? Спасибо. В том году у моего брата было 2 лучших друга в команде спецназа. Один из них — старина Чен, которого ты знаешь, а другой — Сунь Дзяо Ю. Все называют его вторым братом. Второй брат был копом под прикрытием. К сожалению, во время последней миссии он умер. Мой брат тоже участвовал в последней миссии. В него стреляли, и он потерял сознание. Проснувшись, он каким-то образом стал убийцей второго брата. Потому что пуля Сунь Дзяо Ю вышла из пистолета моего брата. Мой брат полностью взял на себя вину. Дело в то время было именно таким, как сейчас. Моего брата арестовали, и против него было много улик. Вся наша семья думала, что его невозможно спасти. Ты не представляешь, как отчаялись мои родители. В то время я была новичком в юриспруденции. Но мой учитель Шэн Ли Янь был здесь лучшим адвокатом. Мой отец лично попросил его заняться этим делом. Я была его помощником. Мы работали вместе над всем делом защиты. Мы потерпели неудачу. Обвиняемый Ян Цзинь совершил убийство первой степени, и он приговорен к пожизненному заключению. Когда мы все были в отчаянии, мы наконец-то нашли улики, которые опрокинули дело. Через обувь, найденную на месте преступления, мы нашли производителя наркотиков по имени Джан Гутянь. Он признался, что это он стрелял во второго брата. Учитель Шэнь продемонстрировал учебный уровень работоспособности в суде пересмотра. Так освободили моего брата. Этот случай всегда мучил моего брата. После всего этого он не хотел поднимать эту тему. Если ты не сдашься, правда откроется. Как только начнется судебный процесс, нам нужно дождаться приговора. И дело, наконец, закроем. Все могут вернуться и выспаться. Что случилось, босс? Молчишь, потому что устал? Нет. Все еще не по себе. Думаю, вот. Дело еще не в суде. Кроме того, есть адвокат Ян. Она ни разу не проиграла дело. К тому же она защитник своего брата. Но в этот раз у нас есть все доказательства. Мотив убийства ясен. Если не случится чудо, Ян Шэнь не сможет выиграть это дело. Как бы ты ни говорил, в деле очень много противоречивых моментов. Лю Вэя мы все еще не поймали. Есть и другие вопросы, на которых нет ответа.